Для горожан играла приглашенная компанией «Запад» ульяновская группа «Самбука Бэнд». Энергичные ритмы живой музыки не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Да, конечно, праздник организован на высшем уровне. Дети и все взрослые очень рады. Особенно так все красочно оформлено. Детям аниматоры предлагали сделать и яркий аквагрим, раздавали фигурки из воздушных шаров и обучали всех желающих искусству тестопластики. А взрослые могли получить консультации по приобретению квартир в новом микрорайоне «Академгородок», который компания «Запад» возводит в городе Димитровграде с декабря 2014 года. Конечно же, проект «Академгородка» – это замечательное новшество в нашем городе, которое, я надеюсь, превратит жизнь молодых людей в комфортное, красивое жилье для молодых жителей, особенно для будущего поколения, для наших деток. Академгородок действительно уникальный проект. Это малоэтажный микрорайон с красивыми, благоустроенными зелеными двориками, который станет одним из лучших во всем регионе по качеству жизни. Компания «Запад» поздравляет всех жителей города Димитровград с Днем города. Мы желаем городу интенсивного развития, больших перспектив. Со своей стороны компания активно участвует в этом процессе. И мы приглашаем жителей города Димитровград в офис продаж на Гончарова, 11. Здесь вы можете получить полную информацию о всех преимуществах малоэтажной застройки в уютном академгородке.